Более 3500 первоклассников планируют набрать в Люберцах на следующий учебный год. Запись в школы округа будет открыта с 1 февраля. Заявление можно подать как по интернету, так и традиционно отнести сразу в образовательное учреждение. По прогнозам, в следующем году в Люберцах впервые за парты сядут более 3500 ребят. В образовательных учреждениях для них откроют более 120 классов. На момент начала учебного года будущему школьнику должно быть не менее 6,5 лет, но не более 8. В 2018 году родители могут подать электронное заявление. Его можно оставить на сайте услуги.мосрег.ру. После этого в течение 3 рабочих дней в школу необходимо предоставить оригиналы документов, принести заявление и документы можно сразу в школу. Перед этим родителям или законным представителям нужно ознакомиться с перечнем территорий, закрепленных за каждой образовательной организацией. Прием заявлений продлится до 30 июня 2018 года. Документы от родителей детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории, начнут принимать с 1 июля при наличии свободных мест. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.